Да, тут, кстати, этажом выше еще и выход на крышу имеется, где можно белье сушить. Это вот сюда. Ну вот, как-то так. Вообще классное место, я считаю. Ну все, теперь пошли в город. Большинство вывесок выдержаны в цвете золота и черного цвета. Ну, а теперь пойдем в музей. Снимать видео и фото в музее можно, но триподы и моноподы протаскивать нельзя, поэтому брал все это дело в камеру хранения. Калибру, слушай, конечно, жуть. Ну-ка, голову прислони к этому самому, чтобы отверстие сравнить. Офигеть. Да, у меня за спиной автомобиль Peugeot. Я вот сейчас тоже на Peugeot езжу, а могу вот на таком. Произведен он, как видите, в 1898 году. Вот так вот. 10 лошадиных сил целых. Моща. Автомобиль черный, как ночь. В 21 году, 8 марта, на этом автомобиле ехал председатель Совета Министров Испании в Мадриде. Его нагнала мотоциклетка с коляской, в которой сидело три человека, один управлял. И двое пассажиров этой мотоциклетки, в две руки каждый, по пистолету в каждой руке, расстреляли его. Так закончилась жизнь 65-летнего председателя Совета Министров Дюка, по-моему. Ну, то есть Дон. Наверное, Дон. Вот так вот опасно ездить по Мадриду в то время было. Огромнейший музей, крепость Алькасар полуразрушенная, здесь можно бродить часами. Нам, кстати, бесплатно билеты выдали, не знаю почему.
Мы посмотрели не всю экспозицию, но я чувствую, уже перенасытился всеми этими военными штуками. На этом, наверное, экскурсию завершим. Решили пообедать, зашли и взяли комплексный обед, меню Дельдия. Первое блюдо выбирается из списка, второе тоже выбирается. Я на первое взял гаспачо стандартное, на второе рабо, хвост бычий. Интересно, что такое принесут, вкусно будет или нет, сейчас увидим. Ну, по внешнему виду этот гаспачо смотрится как будто налит из пакета. Скорее всего, так и есть. Вряд ли в меню Дель Ди, а то, сколько же самобедить, они будут сами его готовить. Холодненько, заправленное острым перцем и сухариками. В принципе, в жару самое то. Мне нравится. Так, хвост. Очень мягкий. Отделяется прямо от косточек прекрасно. Знаете, по вкусу, как классический столовский гуляш. Кислинка, сладость, насыщенный вкус. Мне нравится для комплексного обеда, для меню за 15 евро. Мне кажется, неплохо. Тем более, мы находимся в древней столице Испании. Так, а с пюре, не пойму, какое... Какой-то непонятный пюре. Но вкусно. Вкусно. Прямо. Я полностью удовлетворен этим заведением для обеда. Не знаю, как насчет ужина. Заказ по карте, но для обеда прекрасно. Так что рекомендую. И десерт. Кусочки арбуза. Заведение для быстрого обеда очень даже неплохое, на мой взгляд. 15 евро, в которую входила выпивка по выбору. Ну, мы просто стали брать, но можно было в эти же деньги взять либо бокал вина, либо кружечку пива, либо кофе там. Плюс очень неплохой выбор из блюд, еще и десерт. На десерт там это мороженое и прочая всякая ерунда. Слушайте, 15 евро – очень неплохо. Короче, будете в Торедо, на обед сюда заходить можно. Это вот к тому петуху. Гала – это петух. Toledo. Sí. Pero esta mucho, mucho. Sí. Más. Yo pienso más. Que sí. Sí, esta más. Por ahí también. Pero esta de las más. Ya vale. Vale. Sí. Vale. Ah, escalera automática. Sí, vivo, esta... yo vivo ahí. Ya, yo ahí vivo. Ahí. Pero esta es de las más. Yo española, ¿vosotros? Ruso. Pero vivimos aquí hace 6 años. En provincia Alicante. Sí. ¿Dónde vivís? ¿En España? ¿Dónde? Alicante. Provincia Alicante, sí. Distinto. Pero Toledo sí os gusta. Sí, 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 sí. Sí, y vista muy bien. No, no, no hace falta, como sabéis, ya vivís en España, ya entendéis, no hace falta buscar monumento. Cualquier calle es posible. Sí, 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 sí. Cualquier calle. En cada centímetro, sí. No hay que decir una historia. No hay que decir
como yo digo, modestia aparte, decimos en España, es que es verdad. Sí. Cualquier, y además, la historia se pisa. Concentrada. Como sí. Si estuviéramos, yo me gusta la cultura rusa también, pero como si entráramos a un estadio, a fútbol, corriendo. La historia, siglo XVI, siglo XI, siglo III. Se agolpa, se aprieta. Sí. Sí. Venga. Muchas gracias. Venga, gracias. Очень красивый город, но очень много подъемов и спусков. С другой стороны, спорт, здоровье миллионов. Приезжайте в Толедо, ходите по улицам и худейте. Это состаренное мясо, ну, сухая выдержка. Видите, какое страшное. Его разрежут, вот эту страшную часть срежут, а остальное можно пускать в дело. Готовить стейки. Это был музей ведьм, ведьмаков, колдовства, волшебства и чародейства. У меня за спиной музей пыток. Я предполагаю, что там ничего интересного, но все-таки зайдем и посмотрим, что же там вам могут показать необычного. Ну, тесновасненько немножко, а там еще и дверь.